для кардио. Ну, чуть-чуть совсем устала, на самом деле, бегаю всего 15 минут. Привет. Привет, 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 привет. Ну, выгляжу так себе. Ну, могу сказать, что в вес уже вошла в свой. Вес сейчас 60, чуть меньше 33 килограмм, как хотела. Стоит ли курсить 19 лет? Я думаю, нет, нельзя этого делать. Гормональная система, сбой. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Так, спасибо. Так. Ну что, какие еще вопросы, вопросики? Кто-то спрашивал, да ничего я не... Это самое, ой, не вижу. ПМС, ПМС, как все, наверное. Так, сколько кардио? Ну, по-разному, на самом деле, когда начинаешь, я думаю, что минут 20-30 это будет достаточно на сушке. Слушайте, на сушке перед упражнением минут 20, после упражнения минут 40. Лучше два раза в день, обязательно два раза в день, да. Но это только на сушке. В обычной жизни, я думаю, будет достаточно каждый день по 20 минут. Привет, привет, привет. Ну, я хожу на эллипсе, на велик не кручу. Так, вопросов нет. Зашел пожелать чего-то хорошего, я надеюсь. Спасибо, Даша. Кардио натощак. Да, почему бы и нет, кардио натощак можно. Что там взять, Сережа? Все у него хорошо. 40 минут каждый день. Это хорошо. Ну, в зависимости, какой у тебя вес и какие у тебя цели. Вообще, в принципе, кардио это очень хорошо для здоровья, для сердца. Если это умеренное кардио, конечно. Сушка на за неделю реально. Это, ребят, все реально, конечно. За неделю тоже можно усушиться и умереть, в принципе. Так. Когда планируешь? Ой, не успеваю читать. Бицуков. Я не буду с этим. Очень грубый голос. Да, на самом деле, могу сказать, что голос уже лучше. Сейчас просто я бегу. Вот. Поэтому он такой. А так, кукурузу на сушке лучше не кушать, кукурузу. Она очень калорийная. Так. Ой, не успеваю. Так, а почему волосы? Говорю, то, что бегу. Кстати, кто-то спрашивал по поводу волос. Это процедура я делала огнем. Могу сказать, что волосы мои просто шикарно выглядели после этого. Абсолютно серьезно вам честно говорю. У нас у девочек это очень проблематично. Особенно у тех, кто занимается бодибилдингом. Они меня понимают. Так, где Сережа? Сережа в зале у себя. Ска. Девушек должны быть как лепесток розы. Да, я тоже хочу быть как лепесток розы. Но видите, я, наверное, как чертополох я. Как чертополох. Так, сколько сейчас углей? Ну, углей, на самом деле, у меня нормально. Я сейчас кушаю, абсолютно вам не вру, я кушаю Grow Food. И сейчас я ставлю небольшой эксперимент по поводу Grow Food. Кушаю только их и Sport Pit. Это не реклама, это абсолютно серьезно. Я сейчас планирую за неделю подсушить пресс. Именно пресс, потому что пляжный сезон. Хочу быть красоткой, хочу не только крутые ягодичные, как у меня. Вот. Но еще хочу прессик. Вот как бы. Так, а сколько калорий в день выходит? Ну, где-то примерно по 1000-1200 максимум должны выходить. Я чуть-чуть подъедаю. Подъедаю такую мороженку. У меня то Сережа мороженку купит, то шоколадку, еще что-нибудь. Сколько здесь вес? Я вошла в норму. Мой вес, я пришла, взвесилась. Мой вес составляет 62 800. Почти 63, как я хотела. Это с учетом того, что я абсолютно не балуюсь никакими жуткими витаминами. Я полностью восстановилась. Мое здоровье мне кричит спасибо. Вот, рост какой. Рост у меня 163. Тяжело с такими... Ой, пошел ты. Еще вот сочетается с этой книгой. Вот. Кстати, поясочек, девочки, обязательно одевайте поясочек. Это очень удобно, потому что и водичка будет с животика уходить, и будет держать спинку вашу, и талию. Кстати, ребята, я хотела вам сказать, что у меня будет вебинар на канале «Сильные знания». Вебинар будет проходить 19 числа, 8 часов вечера. Все ваши вопросы, какие у вас есть, вы можете задавать мне там, я буду отвечать в системе онлайн. И также «Гнев Зивана», все, кто хочет меня похейтить,
сказать мне, что я трансвестит с грубым голосом, что я урод. А еще такое, пожалуйста, на дне с дивана буду ждать ваши комментарии. Так, все, ребятки, я вас обнимаю, целую и оставляю. Все, пока-пока-пока.